анонс и точка выхода нового 4-серийного сериала «Падающая звезда». Премьера сериала состоится 13 сентября на канале ТВ-центр. Действие сериала разворачивается в 1968 году на южном побережье Крыма. Компания молодых москвичей приезжает с палатками в небольшую уединенную бухту. Через неделю одну из туристок находят мертвой у обрыва. Участковому Савченко предстоит разобраться, был ли это несчастный случай, самоубийство или в смерти москвички виноват кто-то еще. Премьера сериала состоится 13 сентября на ТВЦ. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.